Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я расскажу вам о своих путешествиях и своих впечатлениях в разных странах. Вы уже давно просили это видео, напоминали мне, я все не делала, но вот решила найти время. И перед тем хочу, конечно же, сказать о своих покупочках. Посылочка сегодня мне пришла, и вот такая кофточка у меня, видите, какая я вся свеженькая, новенькая. У меня вообще много посылочек с одеждой, скоро будет коллекция костюмов. Я безумно рада буду с вами поделиться, подефилировать для вас. И на одном сайте Runway, о котором я уже говорила, я уже не первый раз оттуда заказываю вещи, я заказала вот эту кофточку и еще заказала вот такую толстовочку, но в конце видео я покажу, как она на мне сидит. Как видите, такие весенние цвета, розовые. Розовые. Все у меня в розовом, естественно, розовые. Качество, как всегда, просто отменное. Я этот сайт обожаю. У них очень маленькие цены и достаточно быстро привозят они все это. И уже какой раз я убеждаюсь, что качество у них на самом деле прям вот на высшем уровне, я бы сказала даже. Каждый раз я удивляюсь. Думаю, приедет как с Китая что-то. Нет. Приезжает прям вообще ниточки, ничего нигде не торчит. Мне очень нравится. Поэтому свеженькое я с удовольствием вам расскажу сейчас о своих путешествиях и своих впечатлениях. Поехали! Итак, на самом деле много я была по побережью, по морям. Давайте пройдемся. Я сделала списочек, потому что, естественно, все не упомнишь, да? Маленький списочек. Все не упомнишь, но я буду так вот перечислять и говорить. Первая у меня почему-то записана Испания, хотя Испания это не первая, где я была. Первая, где я была, это Турция или Египет. Да, причем Турция мне понравилась. А Египет нам с подругой понравился не очень. Хотя мне кажется, что очень много зависит от того, с кем вы едете, да. То есть, если вы едете с человеком, который привык к роскоши, роскошно отдыхать, то он вам скажет, ой, здесь не то, здесь не то, здесь не то. И вы поймаете его настроение и тоже будете всем недовольны. Хотя тогда я бы не сказала, что я много путешествовала. И на самом деле для меня, может быть, и тот бы отдых был хороший. Единственное, что мне там не понравилось, что опасно выходить на улицу за пределы отеля. И поэтому мы практически не гуляли нигде, нам было страшно, мы сидели все время в отеле, а развлечений никаких не было, в общем, еще зависит много от отеля. Вообще, я думаю, в Египте хорошо, и говорят, что там очень классный дайвинг. Поэтому Египет я еще не оценила на все 100%. Дальше Турция. Турция я была 2 раза. Ну, в принципе, мне понравилось. Первый раз я вообще даже не помню, это было вообще в какой-то моей глубокой молодости. А второй раз я была в отеле очень хорошем, там было все включено, там были... Я даже пела там караоке, у меня есть видео где-то, но опять же не найду. Все, оно все разбросано в разные стороны. Ну, в общем, в Турции мне очень понравилось, и я бы еще раз поехала туда в какой-нибудь хороший отель. Кстати, если кто-то был в хорошем отеле, то рекомендуйте, да, там, чтобы для детей было супер. Говорят, что в Турции вообще для детей очень хорошо все оборудовано. В общем, рекомендуйте. Дальше я отдыхала на Багамских островах. Это тоже что-то меня так впечатлило, потому что это что-то необычное. Это реально розовый песок на пляже Pink Beach. Розовый песок, вообще ни души. У меня есть даже где-то фоточки от этого. Если я найду, я вставлю сюда. Вот, ну, были очень приятные впечатления. Вообще, мы путешествовали там по побережью. И, в общем, прикольно. Багамские острова красивые. Дальше я помню Францию. Я отдыхала в Сан-Тропе и в Монте-Карло. Сан-Тропе это такая деревня. Знаете, кроме как поля, пустыня какая-то. Я вот помню еще там виллу, на которой мы жили. И помню один очень крутой ресторан. И помню нашу поездку с девчонками. Кто-то заказал машину, кабриолет. Мы туда запихались все впятером. И, в общем, путешествовали по дорогам ездили. Ну, мне понравилось, потому что там такая вечеринка была на побережье, тоже один из лучших ресторанов, и там вот очень весело все проводилось, там просто лилось рекой розовое шампанское, не помню, как оно называется, но вот такими огромными бутылками, в общем, очень пафосный такой отдых. И еще я заметила, там старики, очень много стариков на пляже, и старики у них худые в основном, худые, очень загорелые, и прям свисает кожа такая, вот. У нас же, если заглянуть на пляж, у нас наоборот, все такие вот какие-то полненькие, все с животиками, и не такие прям черные загоревшие у нас редко видишь. Ну, у нас, видимо, не знаю, почему так, может быть, где-то на морях так и будет, но опять же, немного, да, у нас много отдыхающих, а там, видимо, либо живут люди, либо что. Ну, в общем, Сан-Тропе меня особо не впечатлило, меня впечатлило Монте-Карло. Монте-Карло это очень красивый, богатый город.
И он, конечно, впечатлил меня вообще конкретно, потому что это дорогие тачки, рестораны на каждом углу, просто там даже вот туристы, которые приходят, они прям фоткаются возле дорогих машин, возле всего. То есть мне там очень понравилось, я бы с удовольствием туда вернулась со своим мужем бы и сыном, для того, чтобы мы там провели с семьей вместе время. Дальше, что я помню? Кипр. Я помню Кипр, у меня там живет друг, с которым мы очень-очень-очень давно уже как бы и дружили, общались. И как-то я приезжала в гости, он там, кстати, занимается, вот сдает квартиру под аренду, и у него как раз не было никаких жильцов, и у меня был период такой сложный, там, расставание с отношениями, и я приехала к нему вот отдохнуть туда, вот на эту квартиру. Он мне ее сдал бесплатно, по-дружески, можно сказать. Ну и, соответственно, как-то развлек меня, повозил по каким-то побережьям, за что ему большое спасибо, что было. Мне понравился Кипр, в принципе, но он... Знаете, вот где, допустим, где я жила, на побережье очень было грязно. Очень грязно и не классно. То есть ни камушки, ничего, там вот какая-то грязь была. Для того, чтобы конкретно доехать до какого-то побережья, нам нужно было ехать. В один очень классное место мы поехали, да, там камни были, там в другом был песок. Но там, вот знаете, ни души как бы нету, но ехать нужно. То есть я понимаю, что если бы я сама была и... сама это все, я бы не организовала себе. То есть человек там живет, он знает, куда ехать, он отвез. А вот так сама приехала, я бы, конечно, наверное, была бы недовольна. Хотя, может быть, если там отель, я же не в отеле жила, я жила вот как в квартире, которую сдают. И если бы в отеле жить, то наверняка первая линия, там все включено, у них песочек завозят. Ну вот я не была с этой стороны на Кипре. Дальше, на Мальте. На Мальте я была 2 раза. У меня там живет подруга, с которой мы учились. Надюшка, привет! Ой, да, я ездила сначала, я съездила к ней, чтобы увидеть ее спустя многие-многие годы. А потом я узнала, что там можно поучить английский, и вообще на Мальте самый дешевый английский, вот так, чтобы с погружением. И я уехала туда, по-моему, на 3 недели. На 3 недели я изучала английский. И жила я у нее очень хорошая семья, она вообще очень хорошая, гостеприимная девушка. Я прекрасно провела время, еще подучила английский, и теперь я могу уехать куда угодно. Мальта мне нравится, она очень уютная. Как-то магазинчики, помню, какие-то, и гуляли мы, и на пляж ходили, и бассейны. В общем, у меня только хорошее впечатление о Мальте, я бы туда с удовольствием еще поехала. А теперь уже, наверное, не море, все, на морях, наверное, везде, ну и наше русское побережье. Значит, что я помню? Австрия, это горнолыжный курорт. Что я помню? Зима, холод и, в общем-то, горы, красота, все. То есть об Австрии... коротко. Швеция. Швеция. Я помню, что был какой-то фестиваль, когда люди одевались, какие-то старинные. В общем, они все были как маскарад. Я помню Швеции, вот этот маскарад. Я помню эти узенькие улочки. Вообще, я Европу очень люблю. Мне она кажется очень маленькой, уютной, реально уютной. Я бы хотела жить в Европе, и обязательно вы еще со мной побываете в Европе. Возможно, даже и поживем какое-то время. Но это все несколько лет вперед. Дальше, Швейцария, там я себе купила, кстати, швейцарские часы с 2 сменными этими штучками. Ну, короче, такие штуки, там не 2, а 3, 3 смены, Duty Free покупала. Вот, Индия, в Индии я была 2 раза. Один раз я ездила просто по разным штатам, то есть мы были там и в мечети, да, мы были там и в тибетском монастыре, мы были там в индуистских всяких, вот даже видела, как сжигали вот эти вот, ну, в общем, очень интересно было в Индии, так общепознавательно. А второй раз ездила я уже, это было паломничество, по всем местам, где родился Будда, умер, где он там вот учил, где он там первый раз прошел. И самое главное, была в том месте, где Будда просветлел, под этим деревом Бодхи. Очень крутой. Очень классно там вообще, такая энергетика безумная. У меня даже есть коробочка такая, где всякие сокровенные реликвии у меня, которые вот создают связи, вдохновляют. И, естественно, листья с этого дерева Бодхи. Два листика. Один листик я взяла сама, а потом мне подарила девушка листик. И это было так от души, прям с дерева Бодхи, красивый такой. И прям, когда подарили, вот так спонтанно, не просил, я прям этот листик ценю больше тот, который я сама как бы достала. Я не помню, сорвала я его или он упал мне в руки. В общем-то, вот такая коробочка тайная есть у меня с моими реликвиями.
Ну и, естественно, Тибет и Гималаи. Паломничество было длинное, естественно, через Тибет. В горах Гималаях мы были. Будь здоров, зайчик. Много путешествовали, далеко, высоко забирались, были в каких-то нереальных пещерах. Ну, в общем, все это было в моей жизни, и это было очень круто. У меня даже есть где-то видео, но оно на час, честно говоря, и оно вот просто моя программа его как-то не прогружает даже. Я с удовольствием бы его выложила, как-то все было интересно. Так, что еще у нас? Ну, Беларусь, Минск и Полоцк я была, и Украина, Харьков и Одесса. Одесса, я помню, у меня там друзья живут, большой привет, если кто-то меня смотрит. В Харькове я была тоже давным-давно, нам сказали, что там, всем рассказываю эту историю, нам сказали, что там можно купить крутые недорогие шмотки, типа как в Турции. И мы помчались туда с подругой с Москвы за шмотками. Вот такие девчонки. Ну, в общем, и все, где это я была, я сидела долго, вспоминала, больше ничего вспомнить не могу. Ну, вполне возможно, что я, может быть, что-то и забыла, но, наверное, оно тогда не сильно важное, а может, просто вылетело из головы. Если что-то вспомню, то в Инстаграм в прямом эфире я расскажу. А теперь я покажу, как смотрится на мне вот эта толстовочка милая. В общем, вот такая толстовочка, смотрите. Здесь у нас идут вот такие вот кармашки. Вот здесь она вот такая вот на манжетике приталенная, в общем, очень крутая. Сзади капюшончик. В общем, мне вообще толстовка это очень нравится. Посмотрите, как она мне, да? Вообще круто. Там очень много есть разных оттенков и рисунков. И я думаю, что я еще даже себе закажу, потому что мне очень нравится вот этот вот вариантик. Вот. И, кстати, мне очень интересно, если где-то были вы, что-то вас очень сильно впечатлило, вы делитесь, расскажите, может быть, вы знаете какой-то отель, потому что я собираюсь путешествовать в Европу. Если кто-то что-то интересное может мне рассказать, то я с удовольствием, может, какие-то контакты, там, отели хорошие, да, или реально места, в которые стоит съездить, я с удовольствием послушаю и приму на заметочку. Вот. В общем, я с вами прощаюсь, рада была поделиться своими впечатлениями, делитесь своими, ставьте лайки, подписывайтесь, кто первый раз, я с вами прощаюсь, до следующего видео, пока-пока!